Всем привет, это канал Physics, и мы продолжаем играть в Deltarune. Continue. Итак, мы остановились на вот таком моменте, когда Лансер и Сьюзи вот лежат, просто отдыхают, себе придумывают злой план, раздумывают. В общем, мы идем дальше, мы продолжаем. Кстати, короче, будьте аккуратны, что-то в лесном лабиринте. Вы можете потеряться, я так понимаю. Окей, я знаю, что лес нравится назад к моей голове. Чё? Ладно. Так уж и быть. Оу, в смысле? Вы телепортировали? Так, мне кажется, он нас запутывает. Давайте пойдем сюда. Так, это надо как-то пройти вот так вот. Ага, идем сюда, давайте. Не-е-е. А, что? Мы вернулись назад? Серьезно? Ладно, если пойти сюда. Оу. Все, мы пришли. А, ну и что дальше? Мы следили за тобой. Ой, почему? У меня была идея, и я пойду. Крис, давай просто идти, куда Лансер не идет. Ладно, пойдем тогда сюда. Оп. Но если мы пойдем за Лансером... Ну ладно, блин, там просто противник. Опять тупик. Ага, возвращайте назад. Крис, не следи за Лансером, окей? Ну, блин. Ай, ладно. Я просто думал, что наоборот, нужно следить за ним. Так, ладно, не следим тогда. Это... Можно его обойти как-то? Ой, мы успели. Так, окей, сюда. Окей, все, мы прошли. Эй, лузеры. Погодите секунду, где Лансер? Он просто не нашел правильный путь, так что вы оставили его. Я знаю, он плох в лабиринтах, верно? И он, скорее всего, потерялся из-за каких-то конфузов. Хо-хо-хо! Я не потерялся из каких-то конфузов такой. Извини, Сьюзи, мы не хотели заботиться о нем, короче. Ах, посмотрите, я не заботился, не волновался, то есть. Плохие ребята выглядят как помогают, да, друг другу. В любом случае, уходить с моего пути. Я должен найти его. Я должна найти его, вот. Мне тяжело просто переводить женские роли. Так, ну что ж, мы нашли правильный путь все равно. А, мы опять что ли? Ой, ой, ой. А чё это они? Ладно, пойдет это туда, куда они не будут ходить. Ой, 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 ой. Не надо. Не надо. Ой, это эти будут еще стрелять, ага. Так, отлично. Избавились. По центру идем. Все, мы прошли лабиринт. Так, что за звуки? Крис, это не та машина, которую мы сконструировали. В любом случае. Мы пытались сделать лучшее. Действительно. Ох, это не выглядит хорошо. Хо-хо-хо. Я думаю, что вы... Что это... Что вы думаете, что это плохо? Но я вижу... Происходит... Что-то начаться. Опа, заржали, и что-то такое. Ваш дизайн отстойный.
я уже поняла. Или понял. А, ты же мужик. Мы решили, что он пусть будет парнем, а вся вот Крис парнем, Сьюзи девочкой, а Лансер получается пацан. Ну, пока что так. Вот. Так, что насчет нашего плана? Ну, не, хотя Криса мы еще не решили, кто мальчик или девочка. Ну, наверное, мальчик. Вроде Крис такое пацанское имя, или это женское имя, не знаю. Так что нам нужен план. Давай по правилам. В любом случае, мы должны в наш путь идти, наш найти наш путь или что-то такого. Сьюзи, нам нужно вернуться домой. Ага, вижу, вы что-то не так, короче. Я вижу, я знаю, я не могу вернуться, потому что ребята. Хорошие ребята, реально не мой стиль. Так что, короче, она не хочет вернуться. И мы что, будем сейчас сражаться? Но вы проиграете. И в любом случае я говорю, хо-хо-хо, желаю, что команд, что я не понял вообще. Окей. Блин, нам да хотели дать выбор, кто будет первым, но это уже не важно. Мы в любом случае вас уничтожим. Окей. Так, ну и что бы сделать? На кого бы напасть? На Сьюзи? Что-нибудь? Что это значит? Может, лансеры? Что-нибудь? Что значит что-нибудь? Что-нибудь? Давай защищаться будешь. Никакого эффекта. Оу, чё это, чё это, чё это? Ого. Воу. Так, не помогает, да? Что можно сделать еще? Ладно, да, ты будешь защищаться. Хил плеер. Нет, это не надо. Пацифи. Сьюзи. Не получилось. Ой, тихо. Отлично, мы справились. Сьюзи Лансер нашли лучшую команду. Так, что можно еще сделать? Лансер что-нибудь. Причем здесь anything какой-то? Блин, не знаю. Что вообще с ним можно сделать? X anything. Мы выглядим как хорошая команда. Мастер что-то там-то. О, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я как-то выжил. Так, что можно еще сделать? Подействовать. Спеть ей. Сьюзи засыпает. Что это мы сделали прям такое? Ой! Блин, это неожиданная атака сейчас была. Лансеру. Ксенифинг. Так, отлично. Реально это плохо? Так. Ой-ой-ой-ой. Черт. Так. Так, подействуем на лансера. И
Магия пацифисьюзи. Не получилось, блин. Он защищал ее. Я никогда не дам пощадить моего друга. А, черт. Они проснулись. То есть она проснулась. А, чё же делать тогда? Проснувшаяся. Спеть ей снова? Уснула. Эта песня прекрасна. Лансеру. Ксенифинг. О! Что произошло, ребята? Опять проснулась, да что ж такое? Когда мы продолжим сражаться? А, закончили? Наоборот, не продолжили, закончили? Серьезно? Мы не делали... Мы не пытались побить вас, потому что... Что-то там-то... доброта? Но... если у меня есть, я вернусь в ту сторону. Чё, блин? Ладно. Мы рады, что ты вернулся, Сьюзи. О, Сьюзи теперь на нашей стороне. Ладно, давайте побыстрее вернемся домой. Сьюзи. Почему ты больше не в моей команде? Ну это, конечно, я все еще в твоей команде, но я могу. Что-то там непонятно. Ты хочешь взять меня в склад? Подожди. Если я стану хорошим парнем, ты понимаешь? Я стану... Монограмма, это чего? Давай сделаем команду. А, окей, конечно. Чё это за выражение лица страшное? Ах, Лансер присоединился в команду. Лансер присоединился в команду! Ну, то есть, видно, вечеринку. И... Нас теперь четверо? Офигеть. А нет? Ты не пойдешь за нами, что ли? Так, ладно, сохраняемся. Но он как бы тоже в нашей команде, что-то он только не присоединился. Так, это дверь для перемещения. Ладно, идем дальше. Но он вроде как за нами ходит. Ух ты, это клево. Я никогда не был в такой большой команде. Теперь ты больше не клоун. Ты... Так, ну он как бы с нами ходит. Ну, типа, и чё? Ладно. Мужик, я голодная. Это не нравится. Я хочу что-то кушать. Мне нужно... Немножко монет... Что-то много монет, чтобы я... Вернулась. Я не думаю, что мы вернемся обратно. Ты хочешь развлечь меня, типа? Чё такое? Какая-то шутка сейчас была непонятная. Ох, Сьюзи. На дереве, типа, конфеты. О, круто. Эй. Чёрт. Могу зацать, наверное. Не волнуйся, Сьюзи. У меня специальная трансформационная... Что-то там-то. Реально? Давай. Команда. Что сейчас было? Посмотри, 100 форм. И ты, типа... Твои руки опустились на землю.
Типа он так сделал, типа. Ну, отлично. Так. Конфеты присоединилась к команду. Так, все, все, хватит. Да. Эх. Что за тест? Ням-ням-ням. Этот... А, вкус как дружба. Что за вкус как... Ха-ха-ха. Как мои зубы... Дистрансируется. Ладно, это какая-то шутка еще одна. Это было действительно плохо. Ты нехороший друг. Что? Ладно. Чё-то как-то все сложно и сложно становится, если честно. У меня сделать что-то важное? Потому что... Enoxide the Lightning Slancer... Блин, что так сложно? Но мой папа ненавидел Lightning, он хотел... Что твой папа... Твой папа был счастлив? Да не совсем. Так, ну тут хотя бы я смог перевести. Эй, давайте... Что-то там-то... Давайте не останавливаться вообще, вы чё? Хватит уже останавливаться. Я хочу уже... закончить игру, она, блин, большая, капец. Если вообще вчитываться в каждый диалог, то это может затянуться надолго. Но, блин, жалко, что... Это только первая глава. Может быть. Хоть что-то перевел. Ух ты, что это такое? Эй, посмотрите, это же замок. Да, это там, где я живу. Я и мой папа. Я так понимаю, он его не очень любит. Там какой-то, кстати, фонтан. Прям по центру. Нам нужно просто верхушки. Фонтан, Сьюзи. Если мы можем добраться до него... Крис, мы наконец-то попадем домой. Да, действительно. Крис Лантер, вперед. Я уверен, что... Что это единственный путь попасть домой. Фонтан... принесет что-то там-то. Если... Ты попытаешься войти туда, тут тебе может причинить вред. Что? Камон, Лансер. Наша команда сделает все самое лучшее. Мы уничтожим их. Но почему мы должны сражаться? Все Блиц, действительно, не волнуйся об этом. Она хочет всех их там попотрошить, блин. Но Сьюзи, что вы? Я думаю, мне нужно идти. Ты вернешься обратно? Никогда. Эй, подожди секунду, Лансер. Черт. Сьюзи, подожди. Ну и только я где-то последний, да? Свет заносится из замка. Сделайте это. Ох ты ж, ох ты ж. Буби на нас напали. Так, ай. Попали все-таки.
Ух ты ж. Так, переходим сюда. Оп. Так, отлично, выбрались. Лансер! Опачки. Он зашел в... Не, Ликпиком он зашел. Эй, что ты делаешь? И тут буби пришли. Вы... Коннерт... Да. Окружены, я так понимаю. Подождите. Нас поймали. Хе-хе-хех. Вы Пур Лайтерс. Ха-ха-ха-ха, что-то там-то. Оу. Как ты? Не так ли, Крис? Окей, так. Что такое? И Сьюзи? Где Сьюзи? Мы должны найти Криса до того, как они причинят что-нибудь. Или что-нибудь еще. Возможно, мы... Возможно, отсюда выбралось? Но как? Вы провели стену, и там что-то оказалось внутри. Еще больше стены. Отлично. Это цепи... взять их? Давай. Вы взяли цепи как защиту? Серьезно, это защита? А, нет, у меня больше нет защит никаких. И почему я не могу выбрать? За тебя поиграть? Ну, то есть, не за тебя поиграть, а выбрать именно... Это металлическая дверь. Никак не используется. О, ХП упало, подожди, мост это упало, а нет, не упало. И что делать? Так, Рис, ты что нашел? 2 минуты. Митинг мост. Ты реально... Коугеттер, Крис, что? Мы должны найти что-нибудь. Давай надеяться на что-нибудь. Я не знаю, что ты... Ну, если мы не сделаем это для... Some reason... Тогда мы должны просто ждать. Я рада, что... Встретила тебя. Эй, идиоты, заткнись уже. Я попытаюсь... Я пытаюсь концентрироваться. Оно уж прям... Воу! Сьюзи, это ты? Да я это, блин. А, она вообще другой. Серьезно, я... Вне решетки? Сьюзи, реально, как? У нее там головоломка какая-то, еще что-то. Я посетила что-то трэшкен. В любом случае, мне нужно какой-то решить пазл. Хорошо, давай, Сьюзи. Я могу Сьюзи управлять, нет? Нет, не могу. Было бы прикольно. Но я не знаю, как решить пазл. Эй, как насчет что-то там Лансера? Он... покинул замок и потом спас нас. Почему Крис и я не можем помочь тебе решить пазл? Мне не нуждаюсь в помощи. Я сказала, что делать. Скажи Сьюзи, что делать.
добавить буби местами или добавить пики. Давай добавить буби. А, вот оно что. А как решить головоломку только эту? Давай-ка свапнем. Давай пики, даймонд и свапнем. Нет. Все сбросилось. Да я знаю. Давайте тогда повторим все, что тут нарисовано. Так, нам нужно добавить спейд. Потом даймонд, потом свапнуть, а потом спейд добавить. Есть, отлично. Надо просто повторить, я что-то просто затупил, думаю, может что-то другое. Я сделал это. Отлично, тогда освободи нас. Конечно, конечно. Спасибо, что помогла, помог ей Крис. Она... Чё, Крис, ты не волнуешься за Сьюзи? Я чувствую, я не думаю, что... Она... Закрой свои глаза и думай, что она придет сейчас. А, чё, не придет? Отлично, как отсюда выбраться? Куда дальше? А, я должен вот так ей управлять, что ли? Идти налево, идти направо. Давай направо, там какая-то головка. Эй, Крис, ты что еще говоришь? А ну вернись обратно. Я не могу слушать тебя все время. Я должен найти путь. И в итоге ты пошел сюда. Это смертельный конец. Звуки Лансера. Черт. Еще одна головоломка. Может, я должна пойти назад и спросить Криса? Ты сделай все уверенно. Лансер! Господи, что-то там происходит вообще. Я должна решить гонку сама. Это было не так сложно. Понимаю, вы остались здесь за решеткой. Лайтерс. Кто такой Лайтерс? Ё-моё. Не мог освободить вас. Лансер? Сьюзи, что ты делаешь здесь? Лансер, Крис и Рейши, они остались заперты. Я знаю. Я сделал одно, что сказал Топс и положил здесь. Я хранил тебя внизу всегда. Лансер, ты ждал, что я Ридофас? Я вступила в твою команду, и я могу объяснить Сьюзи. Нет. Все в порядке. Все в порядке, конечно. Ты не должен ничего говорить. Я сделаю это. Я получу это, я знаю. Почему нужно... Реально хотел быть моим другом? Сьюзи, что не... Заткнись. Но заткнись. Что сейчас будет?
Уйди с моего пути. Ты не слышишь меня? Уйди с моего пути. Нет. Ты не слышишь меня? Мужик, я попытаюсь... Я сделаю все, что смогу. Так, не... Accept me to feel guilty. Почему они чистят себя фур? О, сейчас будет файт, серьезно? Эй, может видишь, что-то произойдет, что сейчас что-то произойдет кошмарное? Ого! А чё я-то управляю? Тебе капец. Я даже не могу ее управлять, капец. Но почему-то я все равно должен уворачиваться. Если ты не чувствуешь, то уйди с моего пути, я убью тебя. Блин. Может, я должен что-то другое делать? Может, я плохо... Это плохо, что я уворачиваюсь, или хорошо? Я убью тебя. Да блин. Он сейчас реально убьет его? Он даже не может причинить мне вред уже. Ты потерялся, идиот. Ой, все, он даже... Вернись назад. Он даже не может мне вред причинить. Ты... Если ты не останешься, ты умрешь. Да причини мне вред хотя бы. Блин, может и зря, что я уворачивался. Ну все, это конец. Если ты быстро, ты умрешь. Промазала? Сьюзи? Ты промазала? Я не хотел убивать тебя, чувак. Просто, пожалуйста. Но, Сьюзи, если ты уйдешь, то ребята, они и мой папа будут драться, и они убьют вас всех. Он нас не выпускал, потому что думал, что мы умрем, если мы уйдем отсюда, попытаемся уйти отсюда. Но теперь вы уже здесь. Ты не причинишь мне вред. Ну, я... Я не убью их, обещаю. Мы... И... Их... И он... Я и он просто поговорим мирно. Я знаю. Я не думаю, что мой папа согласится на это, я так понимаю. Ну, типа, эй, Лансер, чего ты? Мы же команда, верно? Никто не остановит нас, сражаться или нет, какая разница? Да, да, ты прав. Мы попытаемся. Мы можем... Я могу помочь тоже. Мы поговорим с моей папой. Я пойду к нему. Сьюзи. Чё? Мы все еще друзья? Конечно, я уверен, что мы друзья. Фух, увидимся. Как я могла... Past his death like that. Ладно, надо выбираться. А нас освободишь?
Ну так что, Крис? Опа. Вот и ты пришла. Эй, Сьюзи, ты все-таки спасла нас. Я знала, что ты в сердце герой, Сьюзи. Да заткнись, короче, типа. Крис и Рэйша присоединились в команду. Окей, ну пойдем сюда. Сухуанение. Ладно, давайте тогда на этом пока что закончим. Было достаточно необычно все. Я половину, конечно, не смог перевести, потому что я очень волнуюсь, во-первых, во-вторых, не знаю некоторых слов, в-третьих, не умею так переводить, вот прям, чтобы спонтанно как-то и правильно. Никто не меня не учил английскому нормальному вообще, вот все плохо, да. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также не забывайте про группу ВКонтакте, там можно предлагать игры для прохождения. Всем пока!